Вы лучше снайперов, чем работающий снайпер в одиночку. Команда снайперов! Так, это винтовка говно, надо вот эту взять. Я опять шапка ущенка надел. Слышим, мы в центральном здании. А я снова пес, барбос. В сексуальном здании вы там? Да. И невероятный кросс. Слушай, эта локация похожа на ад. Эта локация, да, кстати, немножко похожа на ад, только это днем, и это явно да, не ад. Да, и еще до ада. Еще до того, как это произошло. Нет, самое говёное место выбрал. Не, просто понимаешь, во время Второй мировой все выглядело как ад. Там, Лёва, контакт спереди. Вот здесь, вот. Контакт? Контакт. Опа, смотри. Миша, как унтер-офицерен, нихтен, капутен. Да блин. Ой-ой-ой, откуда? Там второй в окне. В окне, вот да! Да что, почему такое это с управлением творится, зараза? Ого, я провалился в какую-то дырень в полу. Всё. Ихван, Ихштурер, Инпиндер... Пендаль тебе сейчас, короче, с вертухи. С вертуханчиком. А, это Лёва, блин. Вот, блин, ну что-то это... Я бы тебе пальнул. Не самый лучший ход. Лёва. Не? Над тобой на этажах. Осторожно. Нет, ты поднимайся по дому. Просто, по-моему, там кто-то был. Осторожно. На третьем. Именно. Тише, спокойно. Don't panic. Не навязывай мне тут панику. Да блин, да ладно. Да, видимо, был. Видимо, все-таки кто-то был. Не, ну я видел там. Ну вот ты так говоришь, я тоже, как бы такой раз, я в здании в каком-то, и такой думаю, блин, где кто? Значит, надо спрятаться. Это и чей? Жду такой. Это не мой. Или мой. Или это... А, ну все, понял. Ой. Ну как дела? У вас что, Арханг опять не играет, что ли? Нет, почему? Притихли так вы, что-то. Я напряжен, скажи, да? Я напряжен, как струна, только дерни в глаз тяна! Я верю. Матик, сумерки. У меня персонаж астматик, он как раз закончил курс лечения. Что? Убивать! Отлично! Ку-ку, ёпта! Вы, ребята, не там смотрите, они все вон там. Они все там, просто поворачиваемся, они уже в упор в спину нам смотрят. Такие ближе просто такие. Не лучший способ так выглядывать, честно. Я уже сам проверил на себе. Вы шо, ребята? Собрались, пожалуйста. Вы шо, ягнята? Что вы, тихо. Вот в этом отеле они... кто-то есть. Тут есть они, по-моему, вон там, в дальней стороне, где Арханг. Потому что тут вообще никого нет, сколько вот там сижу. Ой, я понял. Так интересно, прям вообще обалдеть. Мне прям нравится, слушайте. Вообще, прям у меня аж кепка по ветру, волосы мои шелковистые, hand and shoulders просто. Good and shoulders. Кто-нибудь хоть раз выговорил нормально это слово с первого пункта? Hand and shoulders. Вижу по полю. Он не знает, куда деться, что самое забавное. Так, блин, попадите уже. Ладно. Так тяжело было попасть? Да. Да блин, надо мной, сбоку, Лёва! В отеле, они, там, оказывается, прикинь, в нашем же здании были, лол. Тише. Я же говорил, что они в отеле. Тише. Блин, как спокойно. Где еще? Я чуть не обкакался. Вот этого не умирает. Столитика со своей спукалки. Это была жаркая перестрелка. Стоит заметить. Я просто сначала не понял, с какой-то стороны побежал в другую сторону. Ясненько. Ламп, давай-ка осторожнее, пожалуйста. Да-да-да. Вот это карта повеселее. Тут пока... Кто подорвал мое здоровье? Кто-то будет работать сейчас на таблетке! Здесь тяжелее противника найти. Да, я вообще вот сколько сижу, здесь никого не вижу. ОМА! Нифига себе. 200 метров, ребята, кто дальше? Да мне пофиг! У меня все равно больше. Это блюдо, которое я подаю в холодную. Да иди в баню!
Понял, да? Вот так он. Брат за брата, друг за друга. Зашел, штурманул, победил. Фак, е. Битчес. Штурманул победил, да? Я там штурманул, а, ясно. Да вот я там, оттуда он лёгл и снял 200 метров. Блин, мне нравится, как выглядит здесь вообще все, вообще все нравится. Классная игра. Они теперь возле Моуспика появились, я не знаю, где Моуспик. Да блин, не успел выхватить пистолет. Рядом, где там, где Арханг, явно есть еще другие, потому что они появляются это. Веном, да. Ясно, понятно. Опа. Да блин, нет, вообще не вариант с винтовки, не вариант. Блин, обычно с пистолета вообще по одному патрону. Надо пистолет тоже убрать. Дед матч начался. Пистолета лучше. Потом пистолет убрать, чтобы было хардкор. Да, вообще. Оу. Вот Лёва, Лёва в том доме, осторожно. Проникаем. Нет? Или не проникаем? Попробуй. Проникай. Кто тебе не дает? Double penetration просто. Да. Penetration. Интересно, машины взрываются, нет? Ну ты проверь. Я думаю, нет, а я думаю, они тут все взорваны уже на два раза. Да, ей пофиг. Я, правда, сейчас выдал вообще полностью себя. Тут машин, знаешь, сколько много? Чё, мне чем-то это, знаете, напомнило завод. Пули-то летели с одной стороны. А-а-а. Да, есть, кстати, что-то похожее на Last of Us. Постапокалиптика. Постапокалиптика, да. Здесь есть предположение, что не в том же здании, где ты был. Лёва, осторожно. Окей. Спасибо, капитан. Ты бы варежки другие надел, а то эти уже не модные. Это уже не модно, товарищи. Как это не модно? Как не модно, модно все. Вот сегодня, допустим. К вам лежит рядом с вами лис. Странное съедение. На вашем тоже. И над вами тоже лазит. Лис, слышишь? А, fuck you! Лис, у вас выше на этаж. А, ребята, вот в том же здании, где вы носите. Вау. Я не знаю, как туда пробраться. Честно. Я тоже не знаю, как наверх подняться. Бежит. Я хожу здесь, я вот реально ищу. А, я, блин, вот хреново, блин. Вам прикрывай. Воу, сзади. Я понял, что сзади, я даже вижу, где. Воу, мне не нравится. Вижу. На! Воу, я прикинь, уже прицелился такой, стреляю, и тут меня убивают. Нет. Так, где я вообще появился? У меня такие классные усы! Я только сейчас заметил своего персонажа, он такой просто доброта. Он боброта. Боброта. Бобр еще тот. Да ну! Лёва, дави. Ноу! Ладно. Ланчик. Ланчик. Какой еще ланчик? Лансер, блин, фантом. Реально, вот где вы всегда лазите, чё-то? Не, меня интересует. Добрый доктор Айболит. Я понял, где он сидит. Но он, наверное, уже передвинулся. За решеткой он сидит. Не за кражу, не за пытку, за врачебную ошибку. Я не в тебя целился, уйди нахер. Хедшот. А кого ты целился? Интересно. Так кто-то вниз там спрыгнул, по-моему, ты. Это я был. 9-9 поравнялись, ребят. 9-9, 2-2-8, блин. Ого. Нифига тут. Дирижабли наверху, прикиньте. Да. А блин! Ой, красиво. Лидируется я. Откуда? Так, господа такие, смотрите, я такой типа дурачок. Да, из-за противоположного конца карты. Я типа дурачок, прикрывайте меня. Я на самом деле отвлекающий маневр. Ты на самом деле и правда дурачок, да? Я просто помню, как Реван в доту играет. Просто я типа дурачок и тут же его убивают. Да, типа дурачок. Так я. Найдите меня, найдите. Я-то тебя вижу. Не, ну вы-то меня видеть должны, да. Такие две морды. Да, мы и так тебя видим. На-на-на-на-на-на-на-на. Что ж мне такое-то сегодня заела песня Труляля. Юля, блин, тут вот это вот
нафиг. Ну нафиг. Ну? Они зашли к тебе. Молодец. Я пистолет убираю в следующей карте. Ну, что я его вот даже не видно было там. Ну я такой. Слился, хамелеон. Арханг, тебя выкатили. А ты как раз таки вот маскировка. Осторожно, Лео, ты возле Арханга. Блин! Моё! Они там вдвоём распроминцевал там же. Заминусил. Хамелеон. Хамелеон, хамелеон. Леон от хамелеона, блин. Хамелеон. Блин, почему здесь нельзя менять маскировку? Это так полезно. Ах ты, фак! Мауспик на третьем этаже в центральном здании. Хорош, маус. А, нет, вру. Он был там, где я. Он поднимается к вампу. Так, пойти в мауспик. Раз вамп там, я туда. Мне, значит, туда же. Где он, где он? Маус-то где? Где ты, Света? Ага, я иду к тебе. Даю скушай котлету. Фига, что-то там взорвалось у Мауса. Да блин, а! Пукан, я понял, походу. Откуда ты, я спрятался, ты какой. Ой-ой-ой, тут Мауспик оставил сюрприз. Да сюрприз, я Мауспик! Это я оставил этому, вампу. Ну ладно, как бы. Как бы тоже норм. У тебя тут движение, вон движение же. Где, подожди, ты меня бегаешь, твое движение рядом со мной. Жопу уносим. Лёва, ну на улице вон же, под зонтиком. Да вижу я, не кричи, господи. Под зонтиками. Так я, блин, стреляю. Чё думаешь? Я не стреляю, привет. Думаешь? Ты мне больше паники наводишь. Дай мне сконцентрироваться на баранке. Паники. На баранке? О, справа, движение. Центральное здание. Как весело, да? Мауспик, иди ко мне, я тебя прикончу. Это наша была тактика, замануха. Ну. Так я сразу еще не увидел такое, думаю, не понял. Кто такой? Там же слева. Слева! А у меня, бейба! Здание на втором этаже, справа окно, уже влево. Замануха, говорите? Я же хотел вас прикончить, вот я вас и прикончил. Бейба, бейба, бейба! Что? Ну что, совсем уехали там, господа присяжные заседатели? Я маленький белый мальчик! Стрелун хренов! Стрелок. Тебе меня не взять! Разведчик! Дыши ровно, долго! Взял! Я так долго скрывал на тебя. Лис внизу сзади дом обходит, в котором ты зашел. Мой персонаж, дыши, пожалуйста, ровно. Я тебя прошу. Лёва, осторожно, ты рядом тоже. Да, ты Лёва тоже. Блин, пугаешь. Чёрт. Ты долбанный фонарик. Чё тебя не это? Убрал. Вот этот вампирушка, вот он чё-то точно знает. Читак! Читак! Да по-любому. Не чита ты мне. Чё-то мы все в этот, со всеми. Ты побольше видел. Этому рассказывай. Уделяй времени там, не знаю. Семье, начни писать мемуары. Военные. Как но я прятался. Тяжка здесь лежит. Красавчик, вот это вот вообще вот ты просто не зря сказал. И в этот момент я, конечно же, все видел. Опа! И тут и меня растяжечку твою видел. Молодец. Ну, могу подорвать ее, если так. Ну, я просто и нитку вижу, а сам фугас этот самый растяжку не видел. А по-моему, фугас, кстати, убирается, когда ты убиваешь человека. Ну, да, вроде да. Но убирает, бывали претенденты, когда после смерти не находил покой. Ну, так вот лежа не нашел. Ну так там оно несколько секунд еще стоит и потом взрывает. Ну, исчезает. Кажется, меня кроют. Я не туда побежал! Не туда, не пошло. Блин, вот это уже интереснее игра, потому что тут карта все-таки больше. Ну это да. Побежал. Центральное здание побежали. Убежал. Слева от меня в здании. В дальнем слева от меня здание.
Ага. Так, тихо, тихо. Тише. Все, надоело мне сидеть, в общем. Даны, пошли на автомат, хьют. Нету автоматов. И пистолетов. На ножах, да? Вообще, что за фантомы тут? Да уйди ты, я туда ставлю. Что вы там делаете? Предлагаю. Даны, шоковую, кто пойдет? Шоколадки есть? Власть, вампирушка. Хватит кинтерить. Это снайпер элит или что, ребят? Я знаю, где он сидит, но он почему-то не выглядывает. Просто давайте ножи элит. Я уже сменил позицию. Автомат элит. Не обман. Вот, кстати, реально, еще с DayZ наблюдается у каждого своя тактика игры. Вот у вампа вот постоянно вот снайпер, следопыт. Лис постоянно... А кто-то умирает, блин. Да просто так нелепо вообще. Кто-то ловушки умеет ставить, блин, да? А кто-то почему рашит, здесь, даже блядь, лечь. Чё за бред? Лечь можно, цель удерживать долго. Ухью. Так. Вот там что. А вы тут все, ребята, да? А то нравится, рыжий с Леоном. Лис с Леоном бегает, а вам вампирушка сидит теперь. И потихоньку кого-нибудь раз увидит, раз. У него там шапочка такая еще. Привет. Здорово. Вау, Вархан на первом месте. А чё, да? Просто очень интересно. У них, ну, предельно проста, грубо говоря. Да, два жерца и снайпер. Да-да-да. Он там, так, блин, сидит, что видит нас всех. Вот, к примеру, вот так вот. Фак! Видишь? Я только что... К примеру, вот так вот. Просто вот, просто понял только что, вот он там и, блин. Как же ж, ну я увидел, да. Хитро, ну да. И позицию ты не сменил. Да, блин, я тебя вижу! Возврат долгов. Где ты? Наворал тебя. Эти живцы, блин, могут вам башню вскрыть при желании. Эти живцы сами тут убивают. Да. Всё, объявляю охоту на вампирушку. Чё-то как-то не пошло, да? Вообще не пошло. Марков. Ребят, вы чё? Мрёте как мухи просто. На возьми. Да, лисик стрелял со снайперкой, как с пулемёта. Да. Вообще. Прикинь скорость перезарядки просто. Типа она ещё ручная. Так. Problem softwares. No problem. What your problem? Скотина. Самое смешное, я вижу, а вот опять летит пуля. Я видел, откуда летит, но тебя там не вижу. Да, но тебя там нет. Тупо. Тя-тя-тя-тя-тя. Выйду на улицу, гляну на село. Что я вижу? Летает. Чё-то я дупло. На третьем этаже. Сейчас я, короче, вскрою. Фак. Сядь, что с этими текстурами не так? Почему он не прилипает? Хедшот. Хедшот. Я отомщу за тебя, Лиз. Fuck you, bitches! Красавец просто, Архан! Просто такое выхожу поставить чё-нибудь туда. Главное же попал. Попал. Но не убил. Не убил. Ага! Наживка работала, да? Жопа. Не, они просто гуляли там вдвоем. Их было тяжело. Я такой гулял, такой думаю, здравствуй, вамп, он такой, здравствуй, а потом раз такой свинец. До свидания. До свидания. Да, да, да. Здравствуй, до свидания. Алай. Ой, да как ты стиль? Я возле тебя, Лёва, возле тебя. Подожди, почему? Как ты через тебя, Лёва? Нет, не надо меня убивать, пожалуйста, я спрошу, пожалуйста. Да как? Господи, я сам посадил. Вот они, блин, подвое, потрое бегают, блин. Не то, что мы, блин, эти. Потрое, я один бегал до этого момента. До этого просто момента. Просто так Моуспик хорошо подбежал, и всё. Where fucking you? Я тебя вижу. Кто бы знал, к кому бы ты обращаешься. А он знает, к кому он обращается. Нет, я же хотел выстрелить. Тебе, Лёва. Хотел. Вот, я стал сдавать позиции. Мне это не нравится. Я пошел наверстывать. У меня тут снайперы захотелось отыграть. Я же с пистолетом, блин, вообще.
Такие дела. Да надо убрать пистолет, а что? Да. Не, ну когда как, если честно. Иногда я и без пистолета когда нормально. Ты пистолет нормально, да? Когда тебя убивают с пистолета, это не очень. Снизу, снизу! Снизу, вот кто там со мной был? Вот он идет с лестницы! Да. А вот лишь пистолетом, да. Ну да, я пока нет, сменил просто оружие. Ну, там двое было, двоих с винтовки глупо брать. Можно, но глупо. Можно. Если осторожно. Они сейчас возле Архангела появились. Вот, пожалуйста. Рикошет? Да, рикошет. Мне повезло вообще жестко. Офигеть. Так прям ты... под ногами. Мило. Very nice. Вамп, они возле тебя где-то, походу. А! О, блин, проведен. Самый интересный стал вамп, а вамп нашел меня. Вамп быстрее находит. Вамп уже знает просто где. Вамп находящий. Да, я-то не был в той части карты, я вот только бегаю по этому чертому отелю! Ятель. Ну, я задолбался в отеле рисаться уже. Так. Где все? Надо вам выкурить всего насиженного места. Он там в глубине сидит постоянно. Глубинка ада! Черт возьми. Еха-ха! Тише, тише, кот на крыше. Им-то легко с Леоном там вообще. Они там переговариваются. Ну как перепоказывается. Не знаю, как играл, так и играю. Дальше ничего не знаю. Блин. Готово. Я же говорил, он там сидит. Это наша или чужая растяжка? А, это вообще моя растяжка. А, нет. Ну, а как моя. Определить? А, ну, вот, кстати, да, как наступи на нее. Наступил, знаешь, чья это. Уже наступил. И ты спался жив, черт. Нифига ты борзый! Как ты пробежал, брат? Invisibility! Как ты пробежал по растяжке? Да, да, да. Да, да, вот твоя растяжка, получи довольный, блин. Довольный. Нет, какой-то сил. Выбил, все равно сдох. Я ноги просто ловко переставлял, понимаешь? В этом. Ну, он ловко переставлял. Что? Чё? А, ну да. Где? Подожди, я стоял, прицелился в провинциала, убил его, не двигаясь, и только потом меня взорвала растяжка, что? Да. А? Что за what the fuck? Что, где, я где? Вот тоже не могу понять эти растяжки, они какие-то... Они пингуют, походу, жестко. Они пыли. Вот так. Я сидел за баррикадой. Ты бегал туда-сюда. Что? Понятно. Короче, сервер уже это, ну, подпинговывает, ребят. Ну, у меня 189. Воу. Лёва, по тебе только что пуля пролетела и задела меня. Да? У меня вообще как будто... И в итоге Лёва, убей его! Ну, Лёва! Ну, поддержи, мать его! Ну, блин! Нифига, брось, у меня, блин, растут. Сердечный приступ у моего персонажа случился, он не восстанавливал свое это дыхание. Ай! Да хватит тут мне! Ой, мой! Вамп, убей его уже! Вамп! Я нашел читерское место, вамп вампирушки. Я тоже здесь что-то засел такой просто, шью по лису. Ну! Да чтоб тебя! Да блин! Вот я вижу вас, откуда вы стреляете, но я не могу попасть. Что ты будешь делать-то, а? Не могу высоту подобрать. А, короче. Ждите гостей. Да фак. Да. В итоге вообще подошел Архан со спины с пистолета убил. Что пока мы тут стрелялись. А ну это я просто специально. А, нет. У меня персонаж астмой заболел, место. Короче, он не может нормально теперь дышать. Гоните его с астмой заболел. Ай-яй-яй-яй-яй! Это что там, свои по мне, что ли? Нет, ты наступил на растяжку. Внизу! Внизу! А, так там еще один, что ли? Офигеть! Там еще я один. Я думал, ты там один был. Ну вот, прибежал, крови, пока я это бежал.
6. Интересно, он отдохнул? Нет, он не отдохнул. Да что ж ты такой не... Не отдыхающий. Санаторий, Лёва, надо в санаторий. В санаторий нас. Нет! Нет? Сырика, ответ. Так. Ну-ка, собрался. А! С чем? Дубиной? Ой, это что-то сейчас было с пистолета? О. Да блин, откуда ты? Зараза, я тебя не видел. Да ладно, попал! Да в смысле попал? Я в тебя ты раза три-два выстрелил, прежде чем ты в меня выстрелил. Как так-то, блин? Я выстрелил один раз. Ну ты-то выстрелил, а я-то тебя уже убить должен был к этому времени. Косоя. Провинциалушка, косоя. Профессионалушка. Провинциалушка. Так. Забира. Ня-ня-ня. Все хорошо, все умирают. Тоже из косой. Попался. Лоу, мне показалось, ты меня убил, серьезно. Не. Там мувит. О! Жопа, жопа. Эй, я попал тебе в жопу же. Да, попал, попал, только в ногу. Только... Это не смертельно. Wake up, son! Wake up, son! Ноуспик на третьем этаже в отеле. Красно. Да ёбану. Хай! Откуда? От верблюда! А-а-а! И просто там реально такой пробежал. Шьют по отелю. По отелю шьют. Блин, я только туда, они туда-сюда, блин, туда-сюда, я к ним подобраться не могу. Блин, перекрестный огонь специально ведь сделал Хай! Для... Да. Вот. Хм, двоих я... там. Да, двоих. Нет. Когда-нибудь нормально. Чего они на тот этаж полностью закинул? Че вы тут делаете? На тот этаж закинул. Не на тот. Ты не на фугасе этаж. Что ли, в моем? Не в моем. А почему я не умер с первого выстрела? А, так, я отходить начал. А я не знаю, почему я тебя не убил с первого выстрела. Да господи, я ж тебя... Что? Почему я в тебя попал? Какого? Ты попал, да, попал, попал. Я попал. Больно было очень. На-на-на-на-на-на. Господи. Оно нафиг. Вышел заяц. Да. Из задержки. Я хоть в тебя попал там? А? Вышел один заяц из задержки. Оказалось, он беремен. Да ладно! У меня с задержкой. Я так разыгрался, я вам скажу. Задержка. Задержка и умер, брат. А я наоборот отыгрался. Я походу свое уже отыграл, господа. Почему? Не-не-не, потому что я сейчас еще вот. Ух ты! Такой чуть-чуть. Все, отыгрался. Отыгрался. Ты все еще есть этот ход. На каком? Первом. А, да? Окей. То есть мне можно еще. А, ты как? Через стенку. Офигеть, я уже отошел, прикинь. Wake up! Wake up, son! Медом тебе там намазано, вампирушка. Не фалем! Давайте вы покажите свою. А блин, почему я у вас-то появляюсь? Да я не знаю, это же Call of Duty мод, как будто бы. Если ты понимаешь, о чем я. Появление тут просто, блин, вешаться может. Надо было фугас брать вместо этих странных гранат. Справа к вам подходит, снизу. Окей. С моей, ну, в мою сторону, да? А, со стороны Архана. А, ага, вижу. Маячки. Маячки? 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 Ну, что? Отблеск. А, окей. Вот, я опять увидел отблеск. Когда блин, я просто не хочу целиться. Говорить, дел. Вообще попасть. Ага. Ага. Вижу. Как забавно, а? Спотилась. Что-то как-то все так все аккуратненько стали играть. Знаете, вот так вау. Настроение. Тебя возле. Пронцал. Да, снизу. От верблюда, блин. В той стороне, прям в дальней. От верблюда. Дальний. На выходе там.
А, это бамп, ё-моё, нифига, я его бамп не... Бамп к тебе спрыгнул. Ух ты! Не приметил я. Тебе Архан, по-моему, идет. Почти. Поднимается к тебе Архан. Слева. Я сейчас кого-то пристрелю, потому что я-то хочу. Why? Why? Ой! 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 Я же тебя нафиг первее увидел в прицеле, выстрелил впервые. Да меня только что подцепил за ногу. Я. Yeah. А, красава. Ухватил, да, Фредди Крюгер, блин! Я тебя сейчас убил, вампушка. Нет, стрелял тут мне с винтовки кто. Ты. Ой, вам. Ой, фу-фу-фу, блядь. А, нифига, слышишь, они по улице один. Винтовки издалека же. На доме. По улице бежит, осторожно, короче. На домишке. Хорошо, что мне надо подбирать. Кстати, да. Ну еще. Да говорю же, жетоны, где мы? Нашел я потайный ход здесь, ребят. Это очень-очень хорошо. Ай-яй-яй, откуда? Ай-яй-яй! Я, конечно, все понимаю, но ты умираешь быстрее, чем я успею их находить. Я понимаю, не, я просто тебе сообщаю потом уже после этого, когда. О, да ладно, блин, я даже... Блин, это он был мой, Прови! Как? А нифига тут буква, блин, и я главное... Я не вижу? Да, я между буквами пролетел. Так, что тут за подрывные маневры? Иди отсюда, лиси. Кто? Это зачем? Отсюда. А не мой... Я не знаю, как так вышло, почему. Не, подрывные маневры мои были, а он тебя добил. Нифига. По стати. Мне определенно нравится игрушка. Вообще клёво. Да, вообще клёво. Вот она бы еще была бы с пингом побольше. А то что-то пинг 170 минут. Пинг это потому что хост вам. А сейчас еще третья выйдет. Так у вас у всех стол. А, фак! Лично зашел в спину, пока я, блин, выстреливал другого. Классно, да? Тактика. Хуяктика. Я на самом деле стараюсь более тактически работать. Я, допустим, вижу, когда вы кому-то прорываетесь, начинаю заградительный огонь вести. Или сам прорываюсь в этот момент в тыл. Подрываю там, допустим, кого-то. Верти, блядь, жопой. Сиди ровно. What? Да я тут просто так засел хорошо. Жопой вертеть нельзя вообще. Персонажем своим разговаривал, что ли? Да, да, да. Ой, ну я ж тебе что сделал-то? Я ж стоял. Спокойно. Просто подошел вплотную и херакнул. Я ж тебе сейчас отомщу. Ты ж знаешь. Нет, тут опасно, моя жопа в опасности. Вон он. А, вампирушка. Я даже знаю местоположение, кто это уже. По местоположению уже догадываешься, кто где сидит. Ага. На своем излюбленном месте. Нет, не люблю я этот отель. Тут надо много платить, да, и мало плохо кормят. Оп! Привет, вампир! А ну как попал? Как? Ну-ка доклад, блин, на 4 страницы. Учитывая, что я даже не улазил. Но я тебя видел, я так сидел, что тебя видел. На странице А4, 34, 35, 10, 8. Просим. Вау! Так, а что если делать вот так вот, наверное? Оп. Я доволен. Да ладно! А ну стоять, лисятина! В смысле? А, ну значит это вам. Сволочь, маус к тебе бежит! С какой? Вот с моей стороны. С какой? С подветренной. Подветренной, натуре. Не, пока не вижу. Но я боюсь высовываться, потому что я знаю, где сидит. Лисик сидит на вампирушка на месте. Да ладно, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Господи, почему я тебя не убил в руку? Потому что я в руку неубиваемый. Особенно в правую, она у меня накачана. О-о-о, почему девушки нет? Шутки за 500! Вообще, шутки за 300. Возьми. Куда он испарился? Он испарился. Кто это был? Кто так кинул меня гранту и испарился? Как ты наверх собрался?
магия. А, блин, вот сколько болил ту сторону, вот не вылазили, только отвернулся, сразу же вылезли. Как интересно, слушайте, меня даже интрига берет. Кто же победит? Вообще у нас счет такой прям напряженный, я бы сказал. Ровненький. Шоколадный. На-н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 а. Сладкий на все 100. О-о-о-о! Со стороны машины в дальнем отеле только что. Иди в баню, слушай, лисятина. Ча? Убежал в правую сторону карты. Сам убежал, ты. Да господи, Лёва, ты мог подождать. Я подождал, пока ты принялся забираться. Чи-чи-чи. Интересно, можно по метро лазить? Тут же метро есть. Снизу, да. Снизу, ты в метро, да, залазил? Ну там метро, такое метро, блин, что лучше там не метро. Практически last light. Ага. Yes. Неудачная, короче. Короче, там... сидим 4 минуты и не рыпаем. К нам подбираются. Ой! Откуда? А взрыв-то был такой, как будто бы бомбу бросили. У меня, короче, чивку дали, управляемый взрыв. А ты, по-моему, взорвался? Да, я не знаю, чем это... Шикарно иду потихоньку, вот смотрю на все, где там растяжки, думаю, ну, по-любому есть. А это не растяжка, а та-та-та-та-та, не пошло, не пошло. Ой, лол. Это интересно. Да я ж видел тебя, да чтоб тебе фолки драли, а. Арханг, иди дери его. Отлично. Распределил обязанности в отряде. Ту-ту-ту-ту-ту. Не закончишь, капитан. Держи. Внизу есть. Кто-то шлепнул. Мне гранату тут закинули. На, еще держи, рыжий. Ой, ё-моё, чтоб лиси тебя драли. Чтоб лиси тебя драли. Лисятина вперед! Ой, сука, поварлись, а! Мне кажется, или это еще не все? Лёва, осторожно. Я-то осторожно. Тут душа, как? Иди в шах! Стрельнул. Да не переживай, своя задница. Да-да-да, вижу. Протектед просто. Правое здание вам твое осторожно тоже. Вау, это что было? Это откуда? Вон вышел. Бежит, перебежал. Вышел ежик из тумана, ну ножик с кармана. Буду бить, все равно тебя сейчас. Да, как ты пролез? Я ж тебе сказал, что у тебя в здании там тоже. А там растяжка, потом ты делаешь. Intruders alert. Alert. Intruder! Motherfucker intruder! Твою мать, говорю, посторонних херню не проверяем. What the fuck is going boom? Нее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 ee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 e
смерти. За Красную Армию! Ты смотри там, не рейджуй. Да ладно, попал! За лиса, блин! За рыжую шкуру! Ну, за всякое бывает, короче. Все, теперь наше читерское место. А ты побольше об этом говори. Я не знаю. Читерское место стало обычным читерским местом после того, как пару растяжек поставили, я вам говорю. А один уже просто... пропали, вы все поумирали. Один вход просто крыл и... Лампу тебя навстречу. А другой стрелял. Да ёб вашу мать, ребята, смей страны. СМИ страны. Я не стал его шить, чтобы не спалиться. Угу. Да ну! Как так ты? Где был-то? А, вы друг друга убили, лол. Да. А, убили. Ну, хоть так. Лёва, третий этаж. Здравствуйте! Эй, идите вы! Я прям сейчас чувствую, знаете, этим, как его, наблюдателем таким, который, знаешь, там, координирует. У меня, походу, патроны кончились на снайпере. Нет, не кончились. Что? Лёва, третий этаж, центральное здание. Давай! Мать твою! Да! НЕЕ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 Е
Ну нафиг. Сколько счастья-то в одном убийстве. Да блин, я так стрелял с трёхом. А я пытался, но это, блин, такое. Карта не очень вообще. Мышка говно. Мышка говно, но вообще-то говно. А ну карта говно, естественно. Карта говно, оружие говно, вторая мировая говно. Мышка говно, игра хорошая. Снайпер говно, бля. Победа! Отыгрались, пацаны.